Британский эсминец «Дефендер» и голландский фрегат «Эверсен» гостят в Одессе. Корабли НАТО пришвартовались у 19-го причала морвокзала утром 18 июня. Больше знает мой коллега Юлиан Аксенов. С круизными лайнерами как-то не заладилось, а вот военные корабли в Одессу приходят ну как по расписанию. В этот раз в нашу гавань прибыло два корабля блока НАТО. Первый из них – фрегат королевских ВМС Великобритании «Дефендер» – «Защитник». Корабли данного типа уже гостили в Одессе, тогда это был «Дункан» и «Драгон». Второй его коллега – нидерландский фрегат «Эверсен». Как для военных кораблей они достаточно молоды. Англичанин заступил на службу в 2013 году, его голландский коллега чуть позже в 2005. В Одессе корабли дозаправятся, пополнят провиант, проведут несколько дипломатических встреч и будут выполнять свою почетную миссию, а именно сопровождать авианосец Великобритании «Queen Elizabeth». Корабли из состава ее сопровождения по пути следования заходят в порты государств-союзниц, коими является Украина. Прибытием в Одессу гости отработали маневры с американским эсминцем «Лейбун», который недавно зашел в Черное море. Англичанин и голландец схожи по параметрам и вооружению. Первый в длину 152 метра, а ширина 21 метр. Артиллерийское вооружение – установка «Марк» 8 калибра 114 мм. Есть две зенитки, 8 противокорабельных ракет, гарпун и 48 крылатых ракет. На борту есть вертолет. У голландца пушка 127 мм. Также 8 гарпунов и 40 крылатых ракет. Вдобавок к этому есть два торпедных аппарата и вертолет в ангаре.